Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Катя, и это у нас новая серия The Sims 4 психушка. Челлендж. Я уже запуталась в количестве серий, сколько там у нас серий, поэтому я теперь буду просто говорить, что новая серия, а уже просто потом, когда буду опубликовать, уже буду писать номер серии. И на превьюшке тоже, потому что я уже замучилась, честно. Извиняюсь меня за мою лень. Так, на железнодорожном вокзале Екатерина, надеясь найти у кого бы почистить карман, Екатерина замечает хорошо известную актрису. Не останавливаться. Соня тоже не останавливаться. Так, он у меня что, поспал, не поспал? Так, короче, он у меня спит. Так, сейчас мы его покормим. Скажем, у меня спит. День признания в любви прошел ужасно. Ну, потому что это нету у нас любви в нашей психушке. Ты уж меня прости. День признания в любви прошел ужасно. У Дока тоже. Видишь? Не только у тебя. Ну, что сделаешь, если в психушке? Скажи, спасибо, что я вас вообще на работу устроила. Вы хотя бы ходите, что-то там делаете. Там надо пройти 50 бронзовых общественных мероприятий всеми персонажами. Извините, нет. Короче, ужасно. Трудные цели, большие последствия. Может, кто-то найдет цель, которая не привлекает столько внимания от прохожих. Домой 91, 91 Екатерина, 91 Соня. Какие они молодцы. Так. Бодрость у нас идет. Максим у нас спит. Попозже надо будет чем приготовить. Давайте попиматываем. Лиса 136 принесла. 136 Дунька принесла у нас. Так, давайте попереворачиваем. Так. А, нет, не сюда, вот сюда. Блин, не сюда я сказала. А, точно, камеру уже. Так, там счетов у нас нету. Угу. Нету, да, у нас счетов. Ладно. Так, давайте еще поперематываем. Ну все, я думаю, можно вставать ему. Так, сначала в туалет. Иди в туалет. Так, потом надо питание тебе повысить. Покушать что-нибудь. Приготовить. Блин, зависла опять. Давай. Ждем. Все, ура, отвисла. Так, что у нас тут? Так, вот с рыбой можно было бы. Ну, рыбы у нас нету, блин, потому что у нас Максим не хочет рыбачить. Пить или его тошнит, блин, от рыбалки. Так. О. Так, с тофу.
это приготовить. У нас еще тут есть интересное. Оладьи. Клубничный торт клубника. О, давай грибной суп. Что-то мне до грибного супа захотелось. Ладно, плевать, приготовим на наших психов тоже. Так. Что-то мне так захотелось, чтобы ты грибного супа сделал. Давай грибной супик готовь. Пожар, пожар. О, Господи, опять пожар. Давай, туши ее. Давай. Двигай, блин, туши. Ну, док, молодец, что? Молодец, док. Ты что собрался готовить? Я, блин, грибной суп хотела готовить. Что у нас тут? Или что он пытался готовить? Ну, ну ладно, давай возобновим оладьи. Так, возобновляем оладьи, готовку оладьи. Ой, это что, волк? Нифига себе, увидели? К нашей это... Оборотень пристал. К нашей лисе. К лисе пристал волк. О, видите, какой романтик. Ты иди, блин, помойся. Сонька. Блин, опять что ли пожар? Тушить. Давай, туши. Туши, говорю. Тушить. Тушите вы, идиоты. Позвони пожарную службу. Давай, звони. Максим, ты где? Где ты, блин? Звони, говорю. Ты где, блин? Ой, еще один, блин, пожар. Максим, ты где, блин, говорю? А. Пытаешься потушить себя. Ой. А этот, блин, отжимается. Тебе что, захотелось спорта по... Звони нафиг в пожарную службу, если сам не хочешь, блин, тушить. Блин, а, твою налево. Туши! Господи,
блин, за дурдом. Даже Максим дуростью занимается. Тушите, блин, встали и стоят. Все, давай, уходи. Пожар, да, ужас какой пожар. Давайте, тушите нам пожар. Они что, бегают? Это вообще уснуло, блин. Это вообще куда-то тоже встал. Ты, блин, пожарный кто или кто? Вы, блин, тушите. Вы, блин, его тушите. Это, блин, вообще уснуло. Лежит, спит кого-то. С добрым утром, лиса. Ой, ужас, еще один пожар был. Два пожара за один день. Так. Пора потушить. Постарайся быть аккуратнее в следующий раз, хорошо? Постараемся. В ванну, что ли, его отправить? Ну, это, блин, ужас. Вот, вот. Я про что и говорю, это какой-то ужас. Вот, видите, друзья, какая у нас сегодня была серия. Целых два пожара. Ну, Лоджи так вообще, вот, смотрите, как уснул. Максимку нашу мы отправили мыться. Потом ему все улучшим. И досуг, и питание, и общение. Вот, ну, такая у нас серия была. Напряженная, будем так говорить. Ладно, на этом, ребята, у нас, думаю, все. Можно попрощаться. Вот. До следующей серии. Все, всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.